сантиметров, и потом начинается вот деревянный бас пошел. У нас там асфальт, там получается, асфальт. Да, вот от двухэтажки. Да, да, вот там граница. Вот это впервые, мне 67 лет, первый раз такое чудо, что мы тут что-то делали. Я и родилась здесь. Как-то все странно. Запущено все напрочь. У меня окна выходят туда. Этот, вот это ломаное все видно, как будто мы на Украине живем, в Донбассе. Все перебито. А ведь было как красиво-то, столовая же была, было все там, там такое люстрище было. Мы еще в детстве ходили туда, там вкусно готовили, обедать. Вам когда с денег, мы пойдем. Чего-то хоть сдвинулось. Как получается? Здесь 5 зеленых зон, между ними дробяное покрытие, то есть это все дорожка зелеными зонами. Ну да, как парковая зона. Не-не-не, я понял. Просто логистика, да, чтобы мысль какая, да, люди, жители, которые живут в том доме, как они будут ходить? Ну понятно, чтобы они по газону не топтались. Потому что вот эта как бы дорожка, я так понимаю, она же все равно временная. Не получилось, что они части будут по хорошей, а потом зона заканчивается, он не знает, то ли ему по этой тропинке идти. Не, это понятно, но это они прямо сюда на угол. Я думаю, что мы это вот получается заграждено. Хорошо, в этом году первый этап, в следующем году второй этап, да, либо это пятно, либо то пятно. Я думаю, что, наверное, надо будет. Она все равно была, эта тропа, потому что... Как асфальт, только асфальт бетонирует.